Привет всем! Привет! Я Андрей из компании Samui Days. А мы на Самуи. Я живу здесь 10-й год. Мне скучно. И я решил заняться творчеством. А я Мару, его муза, вдохновительница и специалист по системам самопознания. Это была реклама. Мы решили оживить канал Samui Days в Инстаграме и на Ютубе. Мы вам покажем самые красивые места острова. Мы вам покажем все места. Вот это амбиции. И вообще я буду рассказывать ей, а она будет записывать и все это выкладывать. В плейлисте, посвященном экспатам, у нас будет дайджест, где Андрей будет освещать самые интересные события коротко, структурно и ясно, со свойственной ему манерой юмора и донесения информации. А я отвечаю за плейлист для новичков и тех, кто впервые может быть на Самуи, потому что я на острове совсем недавно, всего полгода, и еще толком не успела его посмотреть, поэтому я буду изучать его вместе с вами. Прошу Андрея показать мне здесь все. 10 лет ты здесь выучил все и знаешь все? Я знаю, что такое Google карта. Ну, знаешь, что такое Google карта, поэтому проблем с новыми местами на острове не будет. Я думаю, что разделим плейлисты для тех, кто победнее, и тех, кто побогаче. Если вдруг нас будут смотреть миллионеры, то мы для вас что-нибудь запишем. Возможно, мы сделаем интервью с теми, кто здесь живет. Потому что они очень хотят поделиться информацией, но не делятся. А делятся информацией все время какие-то приезжие и трехмесячные экспаты. Мы оставляем большое пространство для творчества на этом канале. Мы не обещаем регулярных выпусков, мы не обещаем одного и того же формата. И мы не обещаем, что всегда будем вписываться в какой-то определенный концепт. Мы за творчество, за спонтанное проявление здесь и сейчас. И за... За что мы еще? Мы за то, чтобы не пороть какую-то чушь. Как, например, сейчас. Одно из первых видео будет, как мы познакомились в телешоу. На фоне нашей истории мы решили продолжить... Я перестал бояться камеры. И выходить к людям, и нести им свет знаний. Поэтому и мы... всякую чушь. Поэтому мы решили продолжить формат самостоятельных съемок и общения с вами. Ну, наверное, все. На этом пока. Смотрите, как мы начинаем. До новых встреч!